Якщо ви хочете так само навчитися рухатися граційно, як Аліна, то ходімо разом зі мною. Добрий ранок. Добрий ранок. Аліна, з чого треба почати, щоб ось так само навчитися танцювати? Ми вивчимо таку несложну зв'язочку, і в ній є всі важливі елементи, які допоможуть нам танцювати, ну так же, скажімо, приблизительно. Я вже заведена, хочу танцювати. Ну давайте. Начнем с левой ноги, и мы будем делать такие скрестные шаги. Да. Угу. Шагнем два раза вперед и один раз назад, и соберем себя в начальной позиции. Да, при этом давим на колени и стараемся прочувствовать вот эту атмосферу танца к полу, потому что это хип-хоп. Хип-хоп, он идет туда, вся энергия направляется вниз. Вмыкайте свою пружинку всередине. Хип-хоп вообще подойдет людям таким динамичным, свободолюбивым, креативным, ну, такими, как мы с вами. Колено важно приподнимать чуть-чуть выше. И. Угу. Хорошо. Можем приступить ко второму элементу. Там присутствует небольшой прыжок, подпрыжка. Да, то есть мы делаем подбивку, возвращаемся. И еще раз. Подбивка, возвращаемся. Корпус при этом направляем к колену. Верно, верно. Еще разочек. 5, 6, 7, 8. И соединим эти элементы. С левой ноги скрестный шаг. Сюда, сюда. И кружочек. И кружочек. Супер. И еще контрольный раз. И раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Угу. Дальше мы будем поворачивать ноги. Немного делать такое небольшое скручивание, но нога должна быть дальше. Дальше немножко, да, мы отодвинем ее. И раз. Закручиваем обратно и ставим в крест. Да, это будет счет раз. Вы там повторите за нами? Давайте до нас, да, приезжайтесь. Это не сложно, но и не просто. И. Раз і це два. Дуже весело та енергійно. Піднімає настрій навіть такий танець. Поїхали. І раз і два. Чудесно получається на самом деле. А ви, мабуть, вже займалися, да, раніше? Та ні, це перший раз. Я до цього жодного разу не танцювала хіп-хоп. Отлично получається. Давайте ще сфокусуємося на цьому елементі. Дальше сменим направление. Мы все время танцуем туда, а мы сейчас повернемся спиной и сделаем легкую пружинку и наверх. И точно так же скручивание сюда. Да. То есть у нас это будет выглядеть, сейчас покажу как. Там, 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 пружинка, пружинка. А главное пружинку не загубить, ось цю всередині и... Да, правильно. Пробуем, да? Тогда все выйдет. Раз. И два, и пружинка наверх, пружинка наверх. Супер. Сейчас немножко будем использовать так. пластику плечей и волны. Давайте попробуем на месте сделать, на месте. Mm-hmm. Очень хорошо. Но обязательно плечи уявить, хвиля. Такая волна, волна во всем теле, во всем корпусе. Но при этом сейчас у нас будет нога левая идти вперед, а правое плечо выходит вместе с левой ногой. И 5, меняем плечо, 6, 7, и возвращаемся в начальную позицию. Верно. Еще раз. И левое правое плечо, 5, 6, 7, 8. В теле вы должны чувствовать такую вот полностью, как она, расслабленность, да? И полную такую вот, я не знаю, це кислородом наповняється. Гнучкість трошки розвиває, до речі. Тут тільки воно здається, що воно все легко, і ноги, і спина, і руки, і тилу, шея, таке заводиться. Все, кісті, все працює. Ще раз вам 5, 6, 7 і в начальну позицію. Немножко потеряла баланс. Влажно, колені завжди согнуті в хіп-хопі. Нет ровных позиций практически. Все на расслабленных коленях. Попробуем, да? Всю вариацию целиком. Начинали мы со скрестного шага. И раз, угу, три, четыре, пять. Держим счет до восьми. Семь, восемь. Закручиваем ножки. Раз и два.
поворачиваемся спиной, делаем пружинку и остаемся в скрестной позиции. И левую ногу вперед, правой плечо вперед. 5, 6, 7, 8. Задействовано все. Бедра, колени, стопы, голова, руки, плечи, грудная клетка. Все танцует. И это важно. Уже на первом уроке я танцую. Это, кстати, супер такая вот не самая простая связка. Закрепим. Поехали. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре, пять. Сушка забыла. Шесть, ничего. Семь, восемь. Поворачиваемся. Раз и два спиной. Три и четыре. Левая нога вперед, плечи. Пять, шесть, семь, восемь. Еще несколько раз вы будете профи, Галина. Так, ну що, я сподіваюся, наші глядачі танцюють разом з нами, вмикайте музику гучніше та наповнюйтеся гарним настроєм. А ми поки що для вас танцюємо. 5, 6, 7. Я поспішаю.